Привет, моделисты и моделистки Ики, Crazy Russian, город Цинциннати, штат Огайо, Топ Кэмера. Долгожданный обзор Tengen. Мы уже сделали столько вводных про это дело. Кто первый раз, ребята, мне, и девчат, разумеется, мне дают люди на обзор модели, я должен их открывать четко, то есть неизвестно, что они будут с ними делать, продавать на eBay или оставлять, но чтобы вот эта вот сторона, если вы делаете вот таким образом, здесь будет надлом. Надлома нет. Продолжаем. Так. Я все-таки одел сегодня перчатки. Думаю, что Tengen не будет такой остро углый, как вот этот Scale Chains был. Так, теперь, ребят, тоже по просьбе трудящихся масс, я переделал фокус. Сейчас, может быть, не в фокусе, но когда она близко подходит, модель камере, тогда должно быть все хорошо. Так, свет нормальный, все нормальный. Вот это вот пленочка, ну, почти обыкновенная. То, что делали вот предыдущие Rapido, у них была немножко был другой материал. Это обыкновенный просто, как пакетики полиэтиленовые. Но они уже за наши же деньги, Rapido я имею в виду, конечно же, сделали супер. Я думаю, что вот так вот, ох, тяжелый, хороший. Прям уже в руках держится прекрасно. Так, а ничего страшного, вагоны обычно не имеют никаких боковых сильных деталировок. Так, ну что, вот так теперь я хочу сделать. Быстренько я сейчас гляну. Первый раз открыл. Начнем. На секунду я подумал, что двери открываются. Хотя вот это не очень, мне лично не очень интересно, если двери открываются. Ну что, вот, ребят, такой эффект. Чтобы камеру не очень колбасило вот эти мелочевка. Ну, смотрите. Walkthrough. Угу. Так. Теперь вот так сбоку. Чтобы свет попадал тоже. Все детали. Все можно читать. Пока я не чувствую ничего, чтобы что-то цеплялось. Так. Проворачиваем. Так, немножко низ. Так, и продолжаем. О, это я за каплер. Нет. Все нормально. Отражение тоже помогает немного. Так, все читабельно. Двери, я говорю, на секунду. Чуть побольше. Я подумал, что двери. Так, сделаем сейчас такой print screen. Для превьюшки. Так, хорошо будет. Да, это четко. UP. Вот так. Так, далее. Здесь, я так понимаю, двери дополнительно открывающиеся. Вот здесь, кстати, маленькая деталька. Но она. О! Накладные. Накладные, точно. Да. Вот этот вот элемент. Здесь. Фух, и, ну да, дышать можно, но очень осторожно. Я чувствую руками, да. То есть вначале, перед тем, как вы. По-английски будет like overexcited, like очень радостный, да, лучше посмотреть вокруг, осмотреться перед тем, как трогать и осматривать детали. Ну вот, невероятно, конечно. Ну как вот там вблизи, так лучше стало теперь, да? Так, теперь смотрим здесь все элементы каплера. Так, переворачиваем аккуратненько. Вот так. UP.
Обалдеть. А, вот еще. Вот этот уголок. Видите, лестница четко она встает. Так, шланги. Ну, шланги уже делается все настолько четко. И cat lever, вот эта штука. Так. Делается настолько уже в супер масштабе один к одному. В смысле, в precise, да, очень четко. Уменьшение идет. Что шланги практически мало заметны. Ну, конечно, этот каплер. Так вот, здесь scale каплер, да? Чуть-чуть вы его обработаете красочкой, можно и акриловой. Я, наверное, сделаю, хотя у меня камеры нету на этом самом моем вытяжном шкафу. Ну, что-нибудь придумаем, придумаем. Так, и вот с этой стороны, где тоже здесь невероятная деталировка. Цвет я практически попал. Ну, опять-таки, монитор и прочие вещи. Влияют на цвет. Ну, вот смотрите, какие подножки. Здесь подножки. Вот такие они в реальной жизни. По толщине. То есть это вот настолько четко отработано. Обалдеть. Ну, вот такая вот моделька Tengen. Катать можно, но опять же говорю, один сход, какой-то авария и все вот эти деталировки, они по сравнению с вот что я делал обзор на тот же Rapido, здесь они fragile, прям такие вот очень нежные. Ну, пишите отзывы, для стоит ли вообще его катать. Я лично бы катал без проблем. Вот. Или либо же это для полки, для дисплея. Спасибо, ребят, за внимание большое. Еще раз, каналчик у нас вдруг опять YouTube подцепил. Так что это классно. Увидимся скоро. До свидания.